Алло, Олег, здравствуйте. Вы, возможно, меня не помните. Вы ко мне подкатывали в 2015 году. А я как давай в ее выделываться. Скажите, а ваше предложение еще в силе? Нет, чаечка, уже не в силе. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Это же прекрасно, что у женщин тоже есть юмор и такая вот самоирония, да, что до 30 она якобы была королевной, да, в принципе, хотя некоторые и после 40, даже и 45 до королевности отсутствуют, но не суть, да, как бы, и теперь она осознала, что вела себя неправильно, и хоть кого-нибудь вернуть себе назад, потому что спрос-то уже падает, да, в принципе, хотя я не согласен, ребята, что после 30 у бабы падает спрос. Есть просто категории оленей, да, есть, которые хотят помоложе девочку, якобы, типа, и считают, что за это нужно платить. Опять-таки, там, ему, может быть, там и 40, и 50 лет, да, как бы, он ее берет на попечение, как бы, там, дает ей постоянно, ну, содержанки, в общем, попросту, вы знаете, да? Вот. И он считает, что нормально, как бы. Но, по крайней мере, в любом случае, это олень, да? А если у кого бабла-то поменьше, либо совсем его нету, да? Ну, уже, как бы, молоденькие, возможно, в его сторону-то и не посмотрят. Но, опять-таки, не факт. Я знаю, что у нас есть мачо Казановы среди подписоты, да? Так что, пацаны, жму руку, как бы, все. Все альфачи, все. Тему замяли, да? Но не все ж такие, как вы, крутые, да, пацаны? Вот, и тогда он, в принципе, уже берет себе, как бы, в разработку чаечек постарше, там, 30, 35, 40, опять-таки, в силу возраста, да, возможно, и он уже не первой свежести, так скажем, да, вот, и спрос, опять-таки, поднимается, вот, потому что, ребята, вот такие вот дела, да, так что они согласны, что, ну, может быть, в каких-то процентах, там, долей процентов они уступают молодым, конечно, чисто по спросу, я не говорю, там, именно по качеству, а именно по спросу, почувствуйте разницу, вот как-то так.